Были вручены дипломы за участие. Фильм «Встреча с прошлым». Спорова Светлана Евгеньевна. Ну а теперь мы переходим к фильмам-призерам, которые получают диплом, памятную медаль Союза кинолюбителей и приз. Наградить дипломами и памятной медалью Союза кинолюбителей фильмы в номинации «Лучший фильм об историческом событии». Диплом первой степени документальному фильму «История одной купюры». Автор Светлана Спорова, педагог Тарасок, город Санкт-Петербург. Фестиваль – это прежде всего праздник, где очень интересно и что трогает. Вот совершенно потрясающая история с одной купюрой. Да? Человек взял, не самый юный, и рассказал нам историю, найдя повод для нее. Это прекрасный пример, почему нам так понравился этот фильм. Выдаю просто тайну обсуждения. Почему нам так понравился этот фильм? Потому что найдена в точке, раскручивается история, огромная история, и не просто города, а страны.